Волна за волной через территорию современной Молдовы двигались народы и племена. В VI веке на Балканы пришли славяне. Через наши земли также прошли печенеги, агузы, узы, куманы и венгры. Последние пришли в Панонскую долину с Урала. В 1001 году было основано Венгерское королевство во главе со святым Иштваном, которое сыграет свою роль в создании и формировании Молдавского княжества. К IX веку на месте будущего Молдавского княжества существовало несколько территориальных объединений. Это пока еще общины, объединения на случай войны. Их возглавляли князья-воеводы. Части территорий в разные периоды подпадали под влияние болгарского государства, Киевской Руси, Галицко-Волынского княжества. В XIII веке сюда пришли татаро-монголы. Ни одно государство или империя не превзошли по размаху и территории Золотую Орду. Тартария, или как некоторые называют ее татарское государство, представляет собой огромную империю, ибо она существует не только в Крыму, но распространяется во все стороны, имея большие силы и занимая огромные пространства, то есть большую часть Европы, всю Сарматию в Азии, включая Скифию. Согласно последним исследованиям, как в Румынии, так и в Молдове, на самом деле это не была пустынная земля. Напротив, эта зона познала во времена Золотой Орды демографический рост и впечатляющее экономическое развитие. Потому нельзя говорить о поздней христианской молдавской колонизации этих мест. Даже под Золотой Ордой это общество растет, развивается до уровня, на котором возможно появление независимого государства Молдовы. Здесь пролегала часть татарского торгового пути, который необходимо было контролировать. Торговцы платили за транзит. Для их удобства и безопасности были построены караван-сараи, постоялые дворы. Золотоордынские города располагались в Трибуженах и Костештах. Первый назывался Шехраль-Джидит. Название второго неизвестно. Они были центром цивилизации, бойкая торговля. Первые в этих местах бани, водопровод, многочисленные мастерские по изготовлению керамики, украшений. Здесь же находилась Золотоордынская администрация, которая собирала дань с местного населения. Тем не менее, продолжались набеги. Жителей угоняли в рабство. Росло стремление избавиться от чужеземцев и иноверцев. К середине XIV века Золотая Орда ослабла. Это создало предпосылки для появления Молдавского княжества. Точкой невозврата стало поражение татаро-монголов от литовцев в битве на Синих водах, притоке Южного Буга. Орду начали оттеснять Литва и Венгрия. Последняя решила расширить свое государство на восток за счет новой территории, будущего Молдавского княжества. Местные жители исповедовали православие. Еще до создания государства они уже называли себя молдаванами. Баллада «Миорица» — это первое молдавское произведение устного народного творчества. В ней заложен генетический код молдаван, дано объяснение характера, судьбы народа, его способность принести себя в жертву, вера в бессмертие, доставшаяся от предков даков, смирение и принятие высшей цели. Баллада рассказывает о сложных отношениях соседних народов — молдаван, унгурян и врынчан. «Горной луговиной, райской долиной гонят по зелену, по крутому склону три отары рунных, пастуха три юных. Один молдаванин, другой унгурянин, а третий врынчанин». Чабан-унгурянин да чабан-врынчанин втайне пошептались, да истолковались. Сумерки падут, и они убьют парня молодого, парня из Молдовы.
История докажет правоту этой легенды. Молдова, Валахия, Трансильвания — лишь короткие периоды будут выступать единым фронтом. Чаще между ними вражда, заговоры, мятежи и войны. В 1352 году венгерский король Лаеш Великий снарядил на восток экспедицию. Воеводе Драгошу из Марамуриша было дано задание присоединить новые территории к венгерской короне, чтобы отдалить Золотую Орду от центра королевства. По воле бога воевода Драгош пришел из Венгрии, из места Марамуриш, возле реки Марамуриш, охотясь на зубра, которого он убил возле реки Молдова. Он отпраздновал это вместе со своими боярами, страна понравилась ему, и он остался, и населил страну своими молдаванами из Венгрии, и был их князем в течение 2 лет. Молдова с севера граничила с Польшей и Литвой, с востока — с территориями Золотой Орды, на юге — с Валахией, с запада — с Венгрией. Драгош стал молдавским князем. Драгош выбрал первой столицей город Тыргул Молдовии, который потом получил название Бая. В нем процветали ремесла, бойко шла торговля, в окрестностях располагались шахты по добыче золота и серебра. Правил Драгош недолго, всего несколько лет. Господарем-основателем молдавского княжества признан не Драгош, а Богдан. Он пришел в княжество, как и Драгош, из Марамуриша, восстав против венгерского короля. В Молдове Богдан сместил внука Драгоша Балка. Княжество стало независимым от Венгрии. 1359 является годом создания первого молдавского государства – княжества. Венгрия признала независимость княжества лишь в 1365 году. В официальном акте от 2 февраля 1365 года король Венгрии Лаеш оплакивал изгнание из восточно-карпатского воеводства своего подданного воеводы Балка, внука Драгоша. В грамоте признана самостоятельность и независимость нового государства. В документе оно названо «Terra Moldavia» — «Земля молдавская». Авторитет Богдана был так велик и память о нем столько долгой, что еще многие века Молдову называли Богданией. Церковь Николая Чудотворца — первый каменный храм, воздвигнутый в молдавском княжестве. Храм был основан воеводой Богданом в 1359 году, то есть одновременно с появлением государства. Так господарь благодарил Всевышнего за помощь в борьбе с венгерским сюзереном. Храм станет усыпальницей для 7 молдавских господарей. Богдан заложил систему ценностей молдавского государства — независимость, единство народа, православие. За 5 столетий на молдавском троне побывала почти 100 правителей. Некоторые занимали его по несколько раз. Лишь в единичных случаях смена господаря проходила мирно. Претендентами на княжеский титул могли быть законорожденные дети и так называемые «дети цветов», рожденные вне брака. Господарями также становились ставленники сюзеренов, а иногда и самозванцы. Преемником Богдана стал его прямой наследник. Столица княжества была перенесена из Баи в Серет во время правления сына Богдана Лацко. Воевода колебался между православием и католичеством. При его правлении установление дипломатических и торговых отношений с Центральной и Восточной Европой способствовало укреплению позиций государства и процветанию его городов, в том числе Сирета. К концу жизни Лацко определился с вероисповеданием. Местом своего захоронения Лацко выбрал православный некрополь отца в Редеуц,
а не католическое епископство в Сирете. Правителям Молдавского княжества на протяжении всей истории приходилось лавировать между сильными мира сего. В Европе постоянно происходила смена держав, которые определяли политическую ситуацию. Вассальная присяга была вынужденной мерой. Это были военно-политические союзы. Они были гарантией защиты Молдовы в случае войны. В 1387 году молдавский господарь Петр I Мушат присягнул на верность польскому королю Єгайло. В торговых делах Молдова самостоятельна и успешна. Княжество могло позволить себе ссудить своему сюзерену 3000 золотых, за что получает Покутье, нынешняя часть Буковины между реками Прут и Черемош. Такая щедрость стало возможно благодаря молдавскому торговому пути, приносившему немалую прибыль. На европейские ярмарки шли товары из причерноморских портов – шелк, драгоценности, пряности, специи и вина. При Петре Мушате княжество начало чеканить собственные монеты. На лицевой стороне размещен главный символ, династический символ. Но это еще вопрос, чей он – Мушатинов или потомков Богдана. На этой эмблеме голова тура с дополнительными элементами, которые появляются с правой и левой стороны головы тура. Это роза и полумесяц, либо его варианты. Между рогами тура появляется звезда. У княжества очередная столица. Она переезжает из Сирета в Сучаву, тоже торговый центр. Через этот город проходило сразу несколько торговых путей. Один из них – знаменитый молдавский. Тронная крепость в Сучаве построена во время правления Петра Мушата. После того, как она была воздвигнута, сюда была перенесена столица. Петру Мушату и другим господарям необходима была надежная защита. Каждый новый воевода после прихода к власти укреплял цитадель. Штефан Великий, к примеру, окружил ее дополнительной стеной. Предполагают, что по его распоряжению между укреплением и городом был прорыт подземный ход. По нему в случае падения Сучавы мог спастись господарь. Тронная крепость стала частью оборонительной системы Молдовы. В целом она включала в себя помимо Сучавской, Нямецкую крепость, Хатинскую, Романскую, Цетинскую, Сарукскую, Бендерскую, Читатя-Албе, Шкейскую, Килиийскую крепости. Все крепости в Молдавском княжестве были построены с использованием самых последних технологий своего времени. Мы можем сравнивать эти крепости с самыми, я так думаю, значимыми, лучшими оборонительными объектами, расположенными в европейских странах. Для нас средние века, благодаря наличию таких крепостей, являются экстраординарными. Крепостная оборонительная система Молдовы была окончательно сформирована к концу 15 века. Ее основателем стал Петр I Мушат. Во время его правления Хатин перешел к Молдавскому княжеству. Цитадель выполняла роль военного центра региона, таможенного поста и места ярмарок. При Александре Добром на месте старой крепости появился новый Хатин. Он отвечал всем требованиям современной на тот момент фортификации. Штефан Великий продолжил реновации, усилил и нарастил стены, возвел дополнительные башни. Тем не менее, Хатин время от времени переходил из рук в руки. Его потеря являлась личной трагедией для каждого правителя. Слишком стратегически важен был этот укрепленный пункт. Выбор места строительства крепости всегда обоснован. Они располагались в стратегически важных пунктах, которые необходимо было оборонять. Так рядом с Сарокской цитаделью находится брод через Днестр, который служил местом переправы татар. Они многократно пытались обосноваться на правом берегу Днестра, но на пути стояла неприступная крепость,
гарнизон которой оказывал сопротивление татарам. Амбразуры были даже в часовне. После каждого боя часовню приходилось вновь освещать. Был у крепости свой секрет. У входа располагался капкан, яма, которую прикрывали от посторонних глаз. Господарь Александр Добрый сформулировал принцип, по которому жили его предшественники и потомки. Основой государства является вера. При Александре завершается формирование молдавской митрополии. Константинополь признал ее автономию. Каждой церкви необходимы свои символы. У нее появился свой первый святой – Иоанн Трапезунский. Этот греческий купец отказался сменить веру, за что заплатил своей жизнью. Мощи святого Иоанна торжественно были доставлены из Читати Албе в Сучаву. Его жизнеописание изложено в первом молдавском оригинальном письменном произведении «Мученичество святого Иоанна Нового». Александр создал Господарский совет. В него, например, входили Логофет, глава Господарской канцелярии, держатель печати, ворник, следивший за сбором налогов и исполнением указов Господаря, вестиерник, казначей. Правление Александра Доброго было долгим, без малого 32 года, и спокойным. Оно было сродни тишине перед бурей. После смерти Господаря началась битва за трон. В ней убит сводным братом сын Господаря и отец Штефана Великого, Богдан II. За четверть века на троне сменяют друг друга Илья I, Стефан II, Петр II, Роман II, Чубер Воде, Александрел, Богдан II, Петр III Арон. Потомки Александра поделили княжество на верхнюю страну и нижнюю. Объединить государство, навести порядок, дать отпор врагу смог его внук Штефан Великий. Взойти на престол ему помог господарь Валахии, легендарный Влад Цепиш. В 1453 году, за 4 года до начала правления Штефана, пала Византийская империя, столб восточного христианства. Турки-османы захватили ее столицу Константинополь. С приходом в Европу Османской империи начался новый этап многовекового противостояния ислама и христианства. Османы изощренно насаждали свою религию. Великий христианский собор Святой Софии они превратили в мечеть. На месте крестов появились полумесяцы. Турки оскверняли православные храмы по всей империи, выкалывая на церковных росписях святым глаза, делая фрески слепыми. Молдавские церкви тоже хранят следы подобного варварства. С падением Константинополя начались поиски нового царя, заступника христиан и продолжателя традиций Византийской империи. Титул «царь» по сути является эквивалентом византийского титула «базилевс», который мы переводим как «император». Титул «базилевс», «царь», носил символическое значение, предоставлял особую честь. Единственным, кто мог возвести в ранг императора, признавался Бог. То есть император — это единственный в своем роде помазанник Божий. Тот его и назначает. Согласно концепции империи, все остальные монархи становятся правителями по милости императора. Концепции империали, чейлалц монарх дежа, сун дин мила императору. Идея Третьего Рима проникла в массы. В середине 15 века все византийское в противовес восточному вошло в моду.
Молдавские господари и их приближенные были большими поклонниками моды, большими поклонниками роскоши, следили за европейской модой. Вот хорошим доказательством тому является гардероб господаря Штефана Челмари. Известно, что на изображениях фресковых он изображен в основном по византийской моде, то есть это тяжелая одежда, так называемые мантии и границы. А в изображениях на пергаменте, в миниатюрах, он изображен как человек эпохи Возрождения. Широкая одежда, без рукавов, вот такая скроенная по основам человеческого тела. Среди претендентов на титул царя или императора Третьего Рима были два православных князя – московский и владимирский Иван III и молдавский господарь Штефан Великий. Оба женились на наследницах Византии, представительницах рода Палеологов. Женой Ивана III стала Софья, а Штефана Великого – Мария Мангубская. После свадьбы детей князья из соперников превратились в родственников. Дочь Штефана Елена Волошанка стала женой Ивана Молодого, сына московского князя. Началась борьба после смерти Ивана Молодого за царский трон московского великого княжества между двумя женщинами – Софьей Палеолог и Еленой Волошанкой. Сначала участь подстигла Софью Палеолог, которая была тоже отстранена от политической борьбы. В этот момент как раз силу получила Елена Волошанка, и Иван III впервые в истории московского княжества венчал на престол своего внука Дмитрия. Но через несколько лет ситуация просто перевернулась с ног на голову, и попала в опалу уже Елена Волошанка с внуком Ивана III, с Дмитрием. И история кончилась очень плачевно. Они были заключены под стражу, и в результате она умерла. Состязание за роль земного царя выиграл Штефан. Его признали покровителем христиан на Балканах и в Восточной Европе. Был этот воевода Стефан, человек роста невысокого, вспыльчивый и скорый до пролития невинной крови. Много раз на пирах убивал без суда. Впрочем, же был характера цельного, неленивый, и мысли его достигали таких пределов, о которых никто не догадывался. В военных делах мастер, при надобности лично шел в бой, и, видя его, не отступались, поэтому в редком бою не побеждал. И где побеждали его другие, там не терял дух, а, упав, восставал над победителями. Среди символов господарской власти были корона, скипетр, булава и меч. Каждый господарь предпочитал заказывать новое оружие. Штефан Великий поручил изготовление своего меча итальянским оружейникам из Генуи. Его длина составляет 1 метр 25 сантиметров. Он выполнен из стали и серебра. На эфесе есть надпись на старославянском «Господин Стефан воевода господарь». Такие мечи берегли как зеницу ока. В бой ходили с другими попроще. Своим покровителем Штефан выбрал Георгия Победоносца. Георгий был небесным защитником княжества, а господарь — земным. Штефан реформировал армию. Она напрямую подчинялась господарю. Впервые сформированы артиллерийские войска. Молдавская армия состояла из малого войска в 10-12 тысяч воинов и большого войска. В него дополнительно призывались крестьяне, горожане, простой люд. В период расцвета княжества общая численность армии достигала 40 тысяч человек. При Штефане у молдавского княжества появился собственный флот. Он состоял из военных и торговых кораблей. Верфи располагались в Читате Албе и Килии. При строительстве судов особо ценился молдавский дуб. Молдавский флот перевозил товары по Черному морю в Стамбул, доходил до Средиземного моря, острова Крит. Одной из знаковых побед Штефана стала битва у Васлуя под Ул-Эналт. Турецкое войско в 3 раза превосходило молдавское — 120 тысяч против 40 тысяч.
Благодаря молдавским трубачам, проникнувшим в тыл османам и давшим сигнал к решающей атаке, среди турок, вообразивших, что они окружены, началась паника. С победой Штефана поздравили европейские правители и папа Сикст IV, назвавший Штефана «атлетом, воином Христа». У Штефана Великого была традиция в честь каждой военной победы возводить монастырь или церковь. Удачливый воин поставил рекорд и на поле боя, и среди ктиторов, основателей святых обителей. 34 победы, около 40 храмов. Монастырь Путна стал его главным детищем по масштабу, значимости и почитаемости. Господарь построил обитель в прямом смысле с нуля. Эти места были пустынны. Согласно легенде, Штефан поднялся на один из холмов и выстрелил из лука. Стрела упала здесь. На этом месте и начали строить будущий Иерусалим. Так верующие называли и называют Путну. Штефан помогал обители на Афоне. При Османской империи она влачила жалкое существование. Молдавский господарь возродил Афонский монастырь Заграф. Были построены соборная церковь, пристань, трапезная. На Афоне бережно хранят святыню, знамя Георгия Победоносца, вышитое дочерью Штефана Еленой. На молдавской земле Штефан продолжал строить храмы. В Белгороде об этом напоминает каменная плита. Церковь была выстроена Штефаном Великим в 1480 году при содействии двух его парколабов, которые правили в этот момент в городе. То есть тем самым он показывал фактически, что власть его здесь всерьез и надолго. Мы здесь видим имя Штефана, сына Богдана воеводы, имена двух парколабов, дату 1480 год и традиционный символ молдавской государственности. Это по существу герб в виде остроконечного щита. И тур, голова тура, то есть плита в данном случае является паспортом, грубо говоря, строительного объекта. Во времена Штефана Великого Молдова простиралась от восточных Карпат на западе до Днестра на востоке. На севере, в районе Черновцов и Хатина, княжество граничило с Польским королевством. На юге рубеж проходил от Днестровского лимана у Читати Албы, нынешнего Белгород-Днестровского, до устья Дуная вблизи Килии. Штефан был истинным реформатором, принимал нестандартные решения. Господарь одновременно противостоял Польше, Венгрии и Османской империи. Отношения с соседними княжествами Валахии и Трансильвании складывались неоднозначно. Временные союзы были исключением из правил. Валахия многократно выступала против Молдовы на стороне турок. Обидчикам Штефан мстил. Он дважды сжигал Бухарест. Чтобы избежать предательства и заручиться поддержкой соседей, молдавский господарь помогал взойти на трон Валахии своим единомышленникам. Трансильвания тоже вела двойную игру. На ее территории скрывался убийца отца Штефана, его родной дядя Петр Арон. Он претендовал на молдавский престол. Штефан вторгся в Трансильванию со своим войском и убил соперника. И как же охотно ссорились эти земли между собой. А расплачиваться за то пришлось этим землям в другое время. И расплата эта на века затянулась. В 1485 году Штефан вынужден был принести присягу Польше. Это позволяло рассчитывать на военную поддержку. В отличие от других вассалов, Штефан не преклонил колено перед королем, не сломал древко молдавского флага. Тот был по традиции передан на хранение в польскую казну. В 1486 господарь вынужден был признать сузеренитет Османской империи. Он исчерпал возможность противостоять Порте и даже извлек политическую выгоду.
Знаете, по-моему, здесь все не так однозначно. Все гораздо сложнее. Это правда, что он начал платить дань Османской империи. На окончание его правления пришлась потеря крепостей. И все же он обеспечил, если вам угодно, на долговременной основе независимость Молдовы через сохранение ее государственности. Тогда, когда княжество вновь начало платить дань, он одержал своего рода победу. Из османских документов выходит так, что идет речь о мирном договоре со Штефаном, не о его капитуляции. То есть между собой они признают государственность княжества, даже несмотря на его поражение. На территории княжества не строились мечети. Турки могли находиться здесь только временно. Им запрещено было покупать земли. Княжество сохранило себя как государство, в отличие от других балканских стран, ставших турецким пошалыком провинции – Болгарии, Сербии, Боснии. Османская империя постоянно покушалась на свободу молдаван и их территории. На юге в Буджаке появились раи, территории с турецким управлением. Ими стали крепости Бендеры, Читать-Аалбе и Килия. Восстание против турок поднял, как ни странно, ставленник порты, господарь Иоанн Воде Люты. Он отказался платить увеличившийся вдвое налог харач. Воевода собрал большое войско Молдовы. Его поддержали казаки. Им противостояли турки, валахи и татары. Силы были неравные. Восстание было подавлено. Молдавский князь казнен. Еще одну попытку свергнуть турецкую власть предпринял валашский воевода Михай Храбрый. Противостояние порте он видел в объединении княжеств Молдовы, Валахии и Трансильвании. В 1600 году, после завоевания Трансильвании, Михай на несколько месяцев занял молдавский трон. Валах не нашел поддержки среди местных бояр. К тому же против него объединились Порта, Польша и Австрия. Очередное антитурецкое восстание потерпело поражение. В XVI веке в Европе новое соотношение сил. К 1533 году Венгрия прекратила существование, будучи разделенной Портой и Австрией. В 1569 году Польша объединяется с Литвой, создав Речь Посполитую, которая будет существовать вплоть до 1795 года. Мощь набирала Османская империя. Молдавские бояре делились на партии в зависимости от своих симпатий. Были польская партия, венгерская, турецкая. Жертвами одного из таких заговоров стала династия Мушатинов, наследников Богдана I. В конце XVI века усилилось влияние польской партии, которая выдвинула на молдавский трон новую династию – Мавил-Могил, состоявших одновременно в родстве с молдавскими мушатами и польскими потоцкими. Мавилы пробыли у власти 40 лет и были свергнуты в ходе очередного заговора. К этой династии принадлежит сын молдавского господаря Петру Мавилы, ставший митрополитом киевским и всея Руси. В XVI веке во Львове было создано православное братство. Целью организации являлось сохранение православия в Речи Посполитой. Нередко ее руководители обращались за поддержкой к молдавским и валашским господарям. Те с готовностью приходили на помощь. Одним из учеников братства стал сын воеводы Симеона Мавилы, Петр. Мало кто мог распознать в усидчивом юноше будущего митрополита Киевского, Галицкого и всея Руси. Он также основал Киево-Могилянскую духовную академию. Главным сподвижником Петру Мавилы в Молдове был господарь Василий Лупу. В 1646 году в княжестве появился первый письменный свод законов — уголовный и административный кодексы в одном фолианте.
они вошли в уложение Василия Лупу. За основу были взяты римско-византийские правовые нормы. Страна стала привлекательной для иностранцев. Для них ввели льготы. Переселенцев освобождали на 10 лет от податей. В большом числе прибывали колонисты из Трансильвании и русины из Польши. Луп, он сам вообще-то был оборотистый мужичок. Вот. Ловкий очень был человек. Ну и он торговал сам. Он и сам участвовал в торговых всяких предприятиях. При нем действительно Молдавия поднялась, и в том числе в культурном плане. При нем ввели государственный молдавский язык. Именно при нем. До этого государственный был церковно-славянский. Он был и государственным, то есть он был официальным, богослужебным и учебным языком церковно-славянским. Этот же господарь завел греческую и молдавскую типографию и приказал там печатать богослужебные книги и гражданские законы. Благодаря этому читались на родном языке сначала Евангелие и Деяния апостолов, а потом вся литургия. Во времена правления Лупу было построено и отреставрировано 30 церквей и монастырей. Благодаря ему появился один из самых необычных храмов Молдовы – Каушанский Успения Божьей Матери. Притом напротив ставки Ногайского хана. Турки позволяли степным ордынам кочевать в этих местах. Местные жители обратились к хану с просьбой разрешить построить храм. Он разрешил, но не выше копья всадника на коне. Потому здание такое приземистое. Оно уходит на 1.5 метра ниже уровня земли. Молдавские христиане испытывали давление мусульман и с юга от Порты, и с востока от Орды. Потому каждое новое обретение молдавской церкви было символичным. Василий Лупу привез из Константинополя в Яссы мощи Параскевы Пятницы. Так у молдаван появилась первая святая. Параскева считается защитницей дома, домашнего скота, оберегает от болезней. Молдавские господари приняли на себя миссию покровительства православным в соседних землях. В честь Параскевы господарь построил в католическом Львове церковь. Деньги он получил, продав стадо волов. Церковь Святой Параскевы Пятницы одновременно служила храмом и оборонительным сооружением. Об этом говорят бойницы. Вполне вероятно, что один из уровней храма занимала боевая галерея. Такое сочетание воинствующего христианства было знаком времени Средневековья. Основатель церкви, молдавский господарь Василий Лупу, заботился не только о духовной жизни своих подданных, но и думал, как защитить их в случае лихолетия. Храм Святой Параскевы ни разу укрывал своих прихожан от неприятеля. Через город проходил торговый путь. Прихожанами церкви Святой Параскевы были купцы-христиане. Есть чем гордиться самой Молдавии, что Бог дал такого человека, как Василий Лупу. Он не только построил этот храм. Те, кто знает историю, осознают, как много он сделал. Этот человек посвятил себя Богу. По сегодняшний день наша церковь молится за него. Как основателя мы упоминаем его в каждой службе. Лупу обретал союзников благодаря брачной дипломатии. Его дочь Мария стала женой сына литовского гетмана. На второй дочери господаря хотел жениться сын гетмана запорожского войска Богдана Хмельницкого Тимофей. Казакам этот брак позволял узаконить свое положение. Обычные приемы брачной дипломатии со стороны Богдана Хмельницкого и его сына Тимуша не произвели впечатления на Василия Лупу. Семья не поддалась на уговоры. Тогда на нее решили воздействовать иначе. Богдан с Тимушем воспользовались конфликтом между крымскими татарами и Молдовой. Казаки вошли в княжество и практически уничтожили молдавскую столицу Яссы, пощадив лишь монастыри. В четвертой по счету столице Яссах сгорели господарский двор, боярские дома. Молдавский господарь сдался. Он согласился на неравный брак дочери с казаком. Муж Руксандры, Тимофей, вскоре погиб при защите Сучавской тронной крепости.
и тут проявился характер молдавской княжны. После смерти мужа, а затем после кончины Богдана Хмельницкого, она написала русскому царю: «Мы находимся под вашей защитой. Нижайше прошу вас прислать мне подтверждение, что Рашков является моим свадебным подарком». Ни много ни мало, она просила себе город. После смерти Марии Радзивилл, ее сестры, она написала польскому королю: «Не забудьте, что 6 городов моей сестры должны отойти мне». Средневековая Молдова выделяется на общем фоне. Женщины получали образование и имели равные права на наследство. Единственное, чего лишили дочерей молдавских князей – право на наследование власти, господарского трона. Василий Лупу обратил свой взор на Валахию. Он хотел посадить на трон своего старшего сына Иоанна, но воеводы Валахии и Трансильвании объединились в борьбе с Василием Лупу. Их поддержали бояре. Таким образом, в 1653 году по распоряжению Порты молдавским воеводой был назначен Георгий Штефан. Низверженный господарь бежал сначала в Крым, потом по распоряжению Порты был заточен здесь, в тюрьме, расположенной в Семибашенном замке в Константинополе, где и провел оставшиеся годы. Василий Лупу умер здесь же, в 1661 году. Высока цена молдавского трона. Одни расплачивались за него изгнанием, другие — жизнью. В XVIII веке многовековое противостояние между Османской и Российской империей перешло в активную фазу. Порта охватывала земли Балкан, Средиземноморья, все побережье Черного моря, Ближнего Востока и Севера Африки. Основная задача обеих держав – обеспечить себе контроль над Черным морем и входом в Средиземное, проливами Босфор и Дарданеллы. У молдавского княжества был выход к морю. Таким образом, оно становилось значимым приобретением для обеих сторон. Господарь Дмитрий Кантемир поддержал борьбу Петра I против Османской империи и присоединился в 1711 году к Прутскому походу. Не забывайте, что не Россия начала эту войну. Война была объявлена Османской империей против России. И как ответ на эту провокацию началась эта военная кампания, которая в 1711 году завершилась битвой при Станилештах. Она принесла потери не только России, но и Молдове. Но прежде стоит отметить один факт. Как в молдавском княжестве, так и в Валахии, и не только там. Взять, к примеру, сербов и болгар. Все были готовы присоединиться военными силами к русской армии, чтобы вместе бороться против Османской империи. Дмитрий Кантемир хорошо знал противника. Он прожил в Константинополе 2 десятилетия. Сначала, как многие дети господарей, был заложником. Затем прибыл в статусе посла молдавского княжества. Во время своего второго периода пребывания в Константинополе в качестве посла Дмитрий Кантемир начал строительство собственного дворца. Подходящее место он выбрал на левом берегу бухты Золотой Рог в районе Фенера. Будущий господарь, как человек православный, выбрал византийский стиль для нового здания. Строительство шло успешно, но, как обычно, вмешались завистники. Они доложили визирю Али-Паше о неприличной дороговизне проекта — 35 тысяч золотых. Кантемир пустил в ход свой талант дипломата. Историю замяли, и строительство возобновилось. В Константинополе Дмитрий был известен как эрудит, полиглот, музыкант и композитор. В 1710 году Кантемир принес вассальную присягу султану Ахмеду III.
Это была стандартная церемония посвящения в молдавские господари. Ее проходили все воеводы во времена османского влияния на княжество. В первом зале топкапы господари угощали чорбой супом из общего котла янычар. Там же его облачали в господарские одежды. На голову ему надевали головной убор — куку. Он был украшен страусинными перьями в серебряной оправе, которые крепились к шапке брошью с драгоценными камнями. Такого роскошного наряда удостаивались только молдавский и валашский князья, крымский хан и великий визирь Порты. В следующем зале следовал обмен фразами, давно прописанными и выученными участниками действия наизусть. Султан Ахмед III обещал молдавскому господарю также трон Валахии, но не сдержал слова. Это одна из причин перехода Кантемира на сторону русского царя. Целый ряд субъективных и объективных причин привели к поражению Петра Великого. Предательство валашского воеводы Константина Брынковяну, отсутствие фуража, неподготовленность к долгому переходу. 18 тысяч человек было потеряно еще до начала активных военных действий. Бои шли с переменным успехом. 21 июля 1711 года Петр, осознавая безысходность ситуации, предложил на военном совете заключить с турками мирный договор. Молдавский господарь с приближенными вынужден был уйти вслед за Петром. В Луцком договоре, подписанном до начала похода, российская сторона обязалась оказать поддержку князю в случае поражения. Он становится тайным советником при Петре I, членом российского правительствующего сената. Хочу сказать, что в него входило только 12 человек. Среди этих 12 был Дмитрий Кантемир. Этот факт дает нам возможность говорить о его вкладе в разработку очень важных документов, базовых документов, которые существовали и действовали по всей Российской империи. Например, табель о рангах. Это иерархическая структура социальных слоев, групп Российской империи. Он был введен в 1722 году. Непосредственно в его разработке, обсуждении содержания этого документа принимал участие Дмитрий Кантемир. В изгнании господарь начал новую жизнь, научную. По поручению Берлинской академии наук, членом которой являлся Кантемир, он написал «Дескриптио Молдавия» — «Описание Молдавии». При создании истории возвышения и падения Оттаманской Порты он опирался на знания, приобретенные за два десятилетия жизни в Стамбуле. Большая часть имений, городских зданий, принадлежавших Кантемирам в России, не сохранилась. Но есть знаменитая Царицына, которая раньше была имением Кантемиров — «Черная грязь». Во время строительства московского метрополитена была уничтожена фамильная усыпальница в московском Никольском греческом монастыре. Но парадокс. В том же метрополитене одна из станций названа Кантемировской в честь танковой дивизии, которая носит название поместья Кантемировки, где прошла боевое крещение. После Прутского похода султан изменил статус молдавского княжества. Оно перестало быть самостоятельным. Права были значительно урезаны. Господарями назначались ставленники Порты, греки из стамбульского района Фенер. Начался фанариотский период. Молдавский трон стал объектом купли-продажи, как и посты чиновников. Во время русско-турецких войн фанариоты уступали молдавский трон русской военной администрации. На чужой территории русская армия сталкивалась с проблемой, какой монетой расплачиваться за питание и фураж. Хотели ввести российские ассигнации, бумажные деньги, которые Россия уже широко использовала. Но население, которое привыкло к металлическим монетам, особенно серебряным и золотым, не хотело воспринимать новые бумажные деньги. Попытка ввести медную монету
которая также широко ходила в Российской империи, вновь столкнулась с неприятием со стороны местного населения, так как оно не привыкло к ней, а использовать золотые и серебряные русские монеты не было удобно уже Российской империи. В этих условиях генерал Петр Румянцев решил чеканить местную монету на территории Молдовы, чтобы она ходила в обоих княжествах, и в Валахии, и в Молдове. Монеты были двух номиналов. На аверсе изображены щиты с гербами Молдовы и Валахии, венчавшиеся короной. Монету чеканили на временном монетном дворе в предместье Черновиц, Садогуре. Одно из главных сражений русско-турецкой войны 1768-74 годов произошло под Кагулом. Турки численно превосходили русских. 150 тысяч воинов против 32 тысяч, 140 орудий против 118. В составе русской армии было несколько отрядов молдавских волонтеров. И все-таки при численном превосходстве османских войск победу одержала русская армия. Генерал Петр Румянцев взял не числом, а умением. Победителям достались орудия, 6 флагов проигравших. На поле боя погибло 20 тысяч турок. Урон русских не превысил 1000 человек. Итогом войны стал Кючук-Кайнарджийский мирный договор. Порта обязалась соблюдать интересы православных народов, оставшихся на территории империи, в том числе жителей Молдовы и Валахии. Однако турки не единожды нарушали условия договора. В ходе этой войны Молдавское княжество потеряло северо-восточную часть, на которой были бывшая столица княжества Сучава, монастыри Путна, Молдовица, Хумор, Воронец, Редеуць и область Черновцов до Нового Сулица. Земли незаконно присвоила Австрия. Эта местность получила название Буковина. Русско-турецкая война 1787-91 годов стала частью греческого проекта Екатерины II. Императрица намеревалась разгромить Порту. На ее месте должна была возродиться греческая империя. Из Молдовы и Валахии предполагалось создать буферное государство Дакию. Но эти планы не сбылись. По Ясскому мирному договору русские оставили за собой право вето на принимаемые Портой решения в отношении молдавского княжества, а также влияние на церковь. Но турки вновь и вновь нарушали условия договора. Зачинщиком очередной войны стала Порта. Она нарушила договоренности о 7-летнем правлении воевод и отстранила от трона сразу двух господарей – в Молдове Александра Мурузи и Константина Ипсиланти в Валахии. Россия ответила на вызов. Ее войска без боя взяли крепости Хатин, Бендеры, Акерман и Килия. Мирные переговоры начались в 1811 году. Их затягивали Франция, Австрия и Пруссия. Все понимали, впереди поход Наполеона на Россию. Еще неизвестно, чем он закончится. Русские спешили. Им необходимо было расширить территорию страны, отдалив врага от границ. Это было возможным за счет присоединения Молдавского княжества, создав буферную зону. В стане Порты нашелся сторонник России, а точнее агент, армянин по происхождению Манукбей Мирзоян. Параллельно с занятием дипломатией Манукбей скупает земли. На одном из участков в Бухаресте он строит дворец Хан-Улуй-Манук. В нем 16 мая 1812 года был подписан Бухарестский мирный договор между двумя империями – российской и атаманской. Манукбей – личный переводчик переговорщика со стороны Ахмед-Паши, а также министр финансов Порты. Он вел большую игру, явно подыгрывая России. После подписания договора друзья рекомендовали
рекомендовали ему бежать на левый берег прута. Что он и сделал. Манукбей обосновался в Хынчештах. Вслед за ним начали съезжаться его соплеменники. Город стал армянской столицей Бессарабии. Армяне, как и многие другие переселенцы, получили льготы. Потомки Мирзаяна построили дворец Манукбея, поражавший современников роскошью. Новая граница между империями в 1812 году прошла по пруту. Молдавское княжество оказалось разделенным. Территория на восточном берегу, которая впоследствии будет именоваться Бессарабией, отошла Российской империи. Часть княжества оставалась под турецким господством еще 65 лет. Объединенные Молдова и Валахия провозгласят независимость от Османской империи 9 мая 1877 года. Она будет законодательно подтверждена в результате очередной русско-турецкой войны. Все-таки в 1812 году все произошло в спешке. В Европе еще не завершилась ситуация с Наполеоном. Россия и Османская империя приняли решение, которое, думаю, не считали долговременным. Точнее, Россия имела в планах, да и многие ждали присоединения, интеграции всего Молдавского княжества. Это был лишь этап. С другой стороны, если оценивать всю эпоху, в этот регион пришел мир, процветание. Были и упущения, но был и прогресс, который нужно уметь оценить. В Бессарабии начинается демографический бум. Она станет привлекательным краем со льготами для переселенцев без крепостного права. За 100 лет население вырастет в 10 раз, с 250 тысяч до 2,5 миллионов.